Доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 14 ноября 2022 года. У меня тут расселение, переселение, отправка хомячков в город к дочке на продажу. Это сирийские хомячки, которым вчера исполнился 1 месяц. И у нас на продажу остался один вот такой красивущий парень. Не атласный, но носитель атласного гена. Родители Нефертити и Шик Доминик. Парень хорош, всех сейчас взвешивала. Все одинаково хорошо выкормлены, выращены, примерно одинакового веса. Вот такой вот парнишенька. Не сатиновых, всего 2 хомячка в продаже. Это вот такой мальчик за 500 рублей. Посмотрите, все понятно, это мальчик, никто ничего не перепутает. И девчули, вот давайте мы делаем вот такие портретики, потому что ребята уедут в город, и я уже не смогу сделать фото или видео по запросу покупателей. Поэтому делаю вот такое видео деток на продажу. Себе оставила 2 сатиновые девочки рыженькие и 1 черную девочку, как и планировала. Просто не смогла я определиться с выбором, поэтому предварительно оставила себе 2, но потом 1 будет все-таки в продаже. Так как, ну, вообще, вот оставила маму, пока с детками она не дерется, колесико им добавила. Сейчас еще добавлю колесико, чтобы они там друг друга не выбрасывали. Это клетка Дюна, 1 м на 50 см, туда встанет несколько колес по 30 сантиметров. Дом огромный у них. И вот девчонки, которые пошли в продажу, поедут в город, вот в этой имок на 70 сантиметров. 1 красотулька у нас по 500 рублей цена. Вот вы видите, она отличается от всех остальных девчонок тем, что у нее не сатиновая, не атласная шерсточка, не блестит шерсточка. И она немножечко посветлее остальных сестренок. Она резко вот так выделяется на фоне остальных. Остальные девчонки, ну вот, скажем так, я вижу их в камеру, и без камеры. Практически никакой разницы между ними я не нашла. Я сейчас специально взвешивала, рассматривала, выбирала для того, чтобы оставить себе. Так, собственно, и не пришла ни к какому резюме. Они как под копирку. Вот часто покупатели, когда звонят или спрашивают в переписке в Авито, хотим приехать и выбрать. Ну, вот выбираю вживую, никакой абсолютно разницы. 1 девочка за 500 рублей, вот не блестящая шерсть, все остальные, вот я даже себе не смогла выбрать, идентичных оставила, вот такие же, вон они с мамкой в колесе носятся. И вес одинаковый, и тип шерсти вот атласный тоже себе оставила, 2 атласных, и 1 черную, как и хотела, 3 самки пока оставила, но 1 из 2 атласных буду потом продавать. Вот, поэтому по мордочкам тоже сравнивала, у кого может быть более миленькая мордочка, ничего подобного такого нет. Насчет вот, скажем так, паники, крикливости, это тут, видимо, их уже замучила вот эта посиделка в коробочке, я их тут взвешивала, переселяла, они уже просто в шоке от моих этих взвешиваний. Никто меня не кусил, нету тут ни одного кусючего. Скрипеть не скрипели, вот сейчас, видимо, им просто надоело в коробочке сидеть. Абсолютно все не кусючие. Давайте попробуем сделать вот такие портретики. Ну, как вы видите, вот, собственно говоря, ничем они друг от друга не отличаются. Если, как люди говорят, я выберу вживую. Вот. Я выбирала сейчас очень долго, 100 раз их всех тут перекрутила, перевертела. Ничего я не увидела, никакой разницы я не увидела, поэтому не смогла себе выбрать вживую, вот, чтобы была вот одна, единственная и неповторимая. Вот. Поэтому, пожалуйста, кто хочет попытаться выбрать вживую, приезжайте, выбирайте. Все красивые, все атласные, девочки атласные по 1000 рублей, по 500 рублей самец и самка с обычным типом шерсти, не атласным. Ну, их у нас вот 2 получилось. И себе вот я черную неатласную оставила, потому что мне нужен хомячок черного цвета. В остальном тут, пожалуйста, можно всех тискать, перетискивать. Я даже не могу их отличить друг от друга, кого я сейчас брала на ручки, кого не брала. Вчера нам исполнился месяц.
Все хорошие, крупные, увесистые, красивые, нарядные. Так что, если кому-то интересно, пожалуйста, обращайтесь. Все координаты под данным видео. Забирать в Купчино на Загребском можно повыбирать. Вот все, что есть в наличии. Далее мы ждем, будут у нас роды или не будут, не знаю. Были две вязки, о которых я... А кто тут орет-то? Кто тут орет? Кто скрипит? Кто? Ты скрипишь? Ну, иди поскрипи на камеру. Поскрипи, поскрипи. Самая болтушка попалась нам, да? Вот, будут у нас хомячата или не будут в конце ноября, я не знаю. Это надо еще будет, скажем, подождать родов. Если все получилось, то хомячата появятся, но продажи не будут готовы только к концу декабря. Вот, на этом, дорогие друзья, я буду с вами прощаться. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам. Да, наши хомячки приучены к туалету, и поэтому в клеточку в город, вот в эту клеточку 70 сантиметров, едет туалет. Вот что в нем находится, видите, темненькое. Это мокрые опилки из туалетов, которые они ходили в своей клеточке вместе с мамой. То есть наши хомячки приучены к туалету, я уже рассказывала, как просто это сделать для того, чтобы у вас всегда была чистота и порядок в хомячковском домике. Ну, если кому-то важно, еще раз повторю. На этом я с вами прощаюсь, но ненадолго. Увидимся в новых видео о жизни наших питомцев. Всем пока-пока и до новых встреч!